72 новых случая заболевания COVID-19 выявили у жителей Нарьян-Мара и поселка Искателей. В числе заболевших 12 детей. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находится 731 человек. Еще у одного пациента коронавирус подтвержден результатами исследований методом ИФА. В целом на лечении в регионе находится 732 человека. Из них стационарное лечение получает 37 человек, амбулаторное – 695. Всего с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 6461 подтвержденных случай заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 5560 человек. За прошедшие сутки 98. В регионе зарегистрировано 93 летальных исхода от коронавируса. Обстановка тем, что у нас идет распространение активное по населенным пунктам. То есть если в первое время мы видели прирост только за счет города Нарьян-Мара, теперь у нас прирост за счет населенных пунктов округа. Губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный во время еженедельного заседания штаба по коронавирусу отметил, что необходимо обратить внимание профильного департамента на обеспечение окружных медицинских учреждений и аптек необходимыми лекарствами и тестами на определение вируса. Сегодня мы можем оперативно провести диагностику на предмет заболевания коронавирусом. Неважно где, Каратайке, Усть-Каре, Оми, Пеши. Есть ли тест-системы, которые позволяют врачам, медикам оперативно определить, человек просто болеет ОРВИ или это все-таки коронавирус? В свою очередь, руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Елена Левина заверила главу региона, что села обеспечены всем необходимым. Лекарственные препараты имеются в аптеках населенных пунктов Ненецкого автономного округа. Препаратов и изделий назначения медицинской организации в достаточном количестве для амбулаторных пациентов также препараты есть. Кроме того, у нас аптечная сеть получила для розничной продажи очередную партию противовирусных препаратов. И сельский населенный пункт у нас получили как противовирусные препараты, так и средства для диагностики новой коронавирусной инфекции. Напоминаем, в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности, обязательный масочный режим, система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий, постановление главного государственного санитарного врача по Ненецкому автономному округу об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. Ольга Русул, Алексей Орлов, телеканал «Север».